Муравленковцы стали чаще заключать браки, чем разводиться. С начала года городским ЗАГСом зарегистрировано 103 брака против 97 разводов. Однако по сравнению с прошлым годом свадеб муравленковцы сыграли на 20 меньше. Очевидно, сказались ограничения, связанные с пандемией. А вот количество разводов осталось на прежнем уровне. Разительно статистика не изменилась. Единственное, что мы наблюдали небольшое уменьшение поданных заявлений на заключение брака. А так все в обычном режиме. Для граждан, записавшихся на прием до 1 сентября 2020 года, осуществление государственных услуг остается в приоритетном порядке. Сейчас ЗАГСы работают в обычном режиме. Что же касается рождаемости, в этом году в Муравленко появились на свет 222 малыша. Только за август родился 21 младенец. Это на 2 больше, чем в прошлом году.